Мир вашему дому. Мерикина Наталья, астролог, психолог и коуч, совместно с продюсерским центром Альфа Омега представляют гороскоп на 9 января. Некоторые эзотерики сравнивают этот день с золотым ключиком. В этот период мы приобретаем способность читать между строк. Информация может приходить к нам отовсюду. Это могут быть какие-то мысли, сны, разные видения, какие-то определенные разговоры. Старайтесь сегодня впитать эту информацию и прочувствовать ее. Этот день очень хорош для осмысления жизненного опыта и построения планов на будущее. Общение с партнерами может пойти в позитивном русле. Для кого-то это будет идеальное время для отдыха. Но, возможно, некоторые разногласия и некоторый упадок сил. И это неудивительно, потому что в России это первый рабочий день после больших праздников. Поэтому самые важные дела лучше отложить на потом. Этот день может быть очень хорош для коммуникации. В этот день вы можете постараться наладить отношения с людьми, с которыми у вас до этого были какие-то конфликты. Этот день благоволит овнам, ракам, львам и рыбам. И наименее благоприятен для близнецов и козерогов.